Hey, всем привет, с вами Женя, и это строительство в Sims 4. И я что-то тут поняла, что я что-то так давно не озвучивала строительные ролики, что, кажется, я забыла, как это делается. Если честно, я так подвисла. Я посмотрела 20 дней назад, был последний строительный ролик, почти 3 недели. Надо наверстывать нам с вами строительные мотивы, поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, кофеек или какао, берите печеньки, и я буду рассказывать. Сегодня я пришла к вам строительством, конечно, где, ну, в Хэнфорд-он-Бэгли. Честно, я все еще не закончила стройку, и когда я говорю, говорила вам, что все постройки, которые будут выходить в сентябре и в октябре, будут из Хэнфорд-он-Бэгли, я совсем не врала, потому что строить, не перестроить, я все еще никак не могу закончить. На данный момент мне осталось 2 постройки, 2 лота у меня не застроенных. Если честно, я должна признаться, что мой энтузиазм немножко выдыхается. Возможно, просто потому что я чуть-чуть подустала от такой, скажем так, деревенско-уютной тематики, и хочется построить что-нибудь в другом стиле. Правда, мне мои бустеры не дают расслабляться и постоянно заказывают какие-то постройки в новых стилях, так что я немножко отвлекаюсь. И если поначалу я думала, что это будет некомфортно мне так отвлекаться, потому что мне очень сильно хотелось достроить Хэнфорд-он-Бэгли, то сейчас я чувствую, что это идет мне на пользу, поэтому я постраиваю еще там за кадром кое-что еще для тех, кто заказывает у меня постройки. Но так или иначе, Хэнфорд-он-Бэгли, сегодня мы строим огромный центральный лот, вокруг которого крутится все в Хэнфорд-он-Бэгли. Это бар «Объятия гнома». На этом лоте изначально просто находился бар, как и все постройки от разработчиков игры, он был такой достаточно просторный, скажем так, там было немного декора, и постройка была очень большая, с большим количеством пустого места. Лот в целом очень хороший, расположение просто, просто персик. И, конечно, я была бы не я, если бы я не нафигачила 3 в одном. Потому что очень много всего хочется закинуть в Хэнфорд-он-Бэгли, и я каждый раз в своем видео повторяю, что я хочу сделать постройки не просто красивыми или функциональными, а я пытаюсь планировать города таким образом, чтобы вам было удобно играть. И так как я вообще себе не представила, каким образом я еще где-то в Хэнфорде могу бы запихнуть бар, плюс что-то типа ресторан или кафе, и ветеринарную клинику, я решила объединить это все в одном лоте здесь. Благо, на самом деле, для всего этого добра много места не требуется. Поэтому в данном лоте у нас с вами 3 в одном. И это 3 в одном на самом деле рабочее полностью. Мы с вами уже играли в этом лоте, как в баре, уже ходили в него, как в ветеринарную клинику. И в целом я могу сказать, что я осталась полностью довольна и как строитель, и как игратель. Единственная какая-то проблема может возникнуть в том, что если вы вдруг захотите владеть этой ветеринарной клиникой, к сожалению, вам придется купить весь этот огромный лот, и стоит он что-то под 200 тысяч миллионов, как мне кажется. Строила я его достаточно давно, потому что застройка Хэнфорд-он-Бэгли — это уже длительный процесс. Конкретно этот лот я строила, наверное, вот как раз недели 3 назад, когда выходило последнее видео. Я могу сказать, что я плохо помню, сколько стоит этот лот, но что-то давайте ориентироваться на 200 тысяч. Поэтому, если вы вдруг действительно захотите именно зарабатывать деньги тем, что вы лечите всяких прекрасных зверюшек, возможно, это не самый подходящий лот в Хэнфорд-он-Бэгли. Возможно, вам лучше построить на каком-то маленьком лоте свою маленькую ветеринарную клинику. Но так как я в основном за ветеринаров не играю, хотя это очень сильное упущение, это очень я зря, но тем не менее, мне ветеринарная клиника была необходима именно для того, чтобы, если ты живешь в Хэнфорд-он-Бэгли, мог с чистой совестью взять своего питомца и отправиться в ветеринарку, чтобы его вылечить, и чтобы не нужно было придумывать каких-то финтов ушами, что вам нужно выехать из Хэнфорда, можно было просто спокойно играть. А что я могу сказать по поводу лота? Все играбельно, все протещено, цветовая гамма, как я люблю, коричневый, бежевый, много зеленого, много растений, какие-то красивые цветы, все вот эти растения, которые кашпо, которые подвешиваются к потолку, очень много растений на окнах, очень много такого деревенского декора, но я, если честно, очень сильно пыталась не уйти в такой лютый бабушка кор, чтобы сделать вот прям супер уют, я все-таки старалась сделать нечто среднее между стилистикой Бриндлтон Бэй и Хэнфорд-он-Бэгли, так как все-таки это центральный район данного города, и все-таки здесь как бы кирпичные дома, и тут немножко такая своя, более городская атмосфера, а не деревенская. Надеюсь, мне это удалось. Я лотом осталась полностью довольна. Единственное, что я вообще не поняла приколов игры, которую она мне периодически подкидывает, на самом деле, с такой периодичностью, что я офигеваю, вообще не дает расслабляться, это то, что у меня в какой-то момент исчезла лестница. Если вы внимательно будете смотреть ролик, то вы заметили, что в какой-то момент я, когда добавляла то ли окна, то ли еще что-то, и что-то я удалила, и вместе с этим почему-то подтянулся предмет лестница, и лестница тоже удалилась. Как в игре связываются абсолютно не связанные друг с другом предметы, например, ты удаляешь картину, а у тебя в соседней комнате удаляется диван, для меня до сих пор остается загадкой, которую я вообще, не уверен, что хочу разгадывать. Я каждый раз удивляюсь, и там прям вот есть склейка в видео, где я просто охерела. Я сидела, смотрела на это и думала, господи, что теперь сделать-то с этим? Потому что, как я выяснила, эта лестница исчезла, достаточно давно, то есть мне бы пришлось очень много всего переделать, и мне пришлось как-то выкручиваться, а она опять не
располагалась на том же самом месте. То есть мало того, что она удалилась, она еще и вставать туда не хотела. И осознав всю тщетность бытия, я все-таки решила немножко накрутить финты ушами и, в общем, сделала лестницу, как сделала. Получается, она с подъема, с платформы уже есть лестница, не просто с улицы. Вообще хочу сказать, что этот район мне очень-очень сильно нравится. Я прям от него в ужасном восторге. Прям мне очень сильно нравится, как там жизнь бьет ключом. И даже несмотря на то, что огромную шумную ярмарку, вот именно лот, я построила в Брамблвудский лес, как это называется, Тормельничный холм 64/64. Вы, скорее всего, если не смотрели игровые ролики, смотрите только строительные, вы не видели, поэтому обязательно переходите на Boosty и зацените, там есть подробный пост с описанием всего того, что я там зафигачила. Так вот, несмотря на то, что эту ярмарку я там зафигачила, получается, в отдалении, и этот район все равно остается моим фаворитом, потому что он просто превосходен. В нем есть одновременно и деревенская эстетика, и такая офигенная вот именно жизнь, которая бьет ключом, и очень много всего интересного, поэтому в этом районе я, конечно, оттянулась конкретно. Кстати, в этом районе у меня остался один лот. Это лот 40/20, или 30/20, или 40, 30/20, наверное. Там жилой дом изначально стоял. Там изначально жило семейство Скотт. Это женщина и мужчина, которые владеют как раз баром «Объятия гнома». Я построила на соседнем лоте 20/20 дуплекс, куда хочу заселить вот эту семью. И изначально хотела поселить туда Агнес Толстопятку, но оказалось, что Агнес Толстопятку туда поселить нельзя, а я построила там уже домик для такой странной, очень немножко прибитой, пришибленной бабули. Ну, что поделать, придется найти какую-то другую бабулю или создать ее для стартового сохранения, но, тем не менее, я их туда переселила. У меня остался один лот, на котором я изначально собиралась сделать ресторан. И в моей планировке именно города был ресторан, но потом я подумала, что вышел же наш дорогой кит-набор с художествами. С художествами вышел кит-набор, я жить не могу без него теперь. Я долго не скачивала его, долго это типа 3 дня не скачивала его, или 4, или чуть побольше, просто потому что я никак не могла обновить игру, и когда обновляется игра, обычно слетает мод тула. В этот момент я очень активно строила, и я не хотела остаться без мода тул, поэтому я очень долго ждала, но потом я обновила игру, скачала все вот эти новые киты, и я в дичайшем восторге, и теперь я считаю, что на этом лоте 30/20 вместо жилого дома должна быть библиотека и какой-нибудь, не знаю, там, шахматный клуб, например, и, знаете, какая-то что-то типа маленькой школы, где дети учатся, и там же есть, не знаю, класс рисования, либо художественная школа. Ну, в общем, я подумаю, как это запихнуть все на лот, чтобы опять можно было на елку залезть и ничего не ободрать. Но после того, как я вышел этот кит, это просто моя любовь. Я в диком восторге. И, конечно же, там будет школа с этим рисовальным классом, классом рисования. Я хочу высказаться по поводу 2 новых китов. Конечно, никто не спрашивал мое мнение, но я его скажу. Раз уж вы пришли на мой канал, я выскажусь. Тем более, ролик пипец какой долгий, поэтому нам придется с вами о чем-то разговаривать. Я купила оба кит-набора, потому что они для строительства. Предлюсь радио, хочу сказать, что у меня все кит-наборы для строительства есть. У меня нет некоторых китов для одежды, с одеждой, просто потому что я так не очень сильно люблю создавать персонажей, и мне в целом нормально с той одеждой, которая есть. Я почему-то обычно и так использую стиль Инчхона и какую-то прямо заезженную мной одежду из раза в раз, и мне вообще с этим плюс-минус комфортно, поэтому я не покупаю киты, которые для создания, ну, для касса. Но киты для стройки я покупаю всегда. Даже если я в итоге разочаруюсь, я найду, куда это добро пристроить. В итоге я купила оба кита, и я прям осталась в полувосторге. Я в диком восторге осталась от художественной мастерской. Если кто-то не знает, я 10 лет училась в художественной школе и художественной мастерской, и для меня это такие лютые вайбы. Ребята, на данный момент мне 30 лет. Помню я себя хорошо где-то с 12. И вот с 12 до 17 лет, 5 лет своей осознанной жизни, я точно хорошо помню, как я проводила огромные часы в этой художественной мастерской. А в целом, вообще в общей сложности, я училась 10 лет. Это очень-очень большой срок. Если честно, я прямо пропитана запахами этой масляной краски. Мне кажется, они никогда не вымоются из меня, никогда не вымоются эти флешбеки, когда у тебя там груша не дышит, фон прилипает и еще что-то. Но то, кто учился в художественной школе, те, кто учился, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Вот это прям вьетнамские флешбеки сейчас будут. Когда ты весь в краске, когда эти уроки по истории искусств, которые я ненавижу до сих пор. Я терпеть не могу историю искусств, потому что я терпеть не могла эти уроки, мне абсолютно они не нравились, мне не нравилась преподавательница. Я Мане от Мане не отличу, если честно. Кстати, очень-очень-очень-очень жаль, мне, наверное, должно быть за это стыдно, но тем не менее. У меня жутчайшие, лютые вайбы от этого кита. Если честно, он воплотил в себе вот прям все то, чего не хватало. Я считаю, что он удался просто на 10 из 10, на 12 из 10. Это прям один из лучших кит-наборов, которые создавали разработчики. Я не знаю, помогали ли им именно в стилистике какие-то CC-креаторы, да, возможно, кто-то там помогал какие-то концепт-арты создавать и так далее, но текстуры, но сами предметы, сами вот эти краски, маленький всякий декор, всякие какие-то вот выдвинутые ящички в шкафу, это просто все настолько жизненно, настолько наполнено жизнью, настолько красиво, что я очень в восторге осталась, мне прям очень мне нравится, я прям жду не дождусь, когда я наконец-то начну что-нибудь подобное строить. Все уже бросились строить с этими китами, я понимаю, что никого ничем не
не удивлю, но мне прям очень сильно хочется построить какой-нибудь домик художника или какую-нибудь квартиру художника. Я вот пока думаю, так, как бы мне это сделать так, чтобы я могла вписать это в свое стартовое сохранение, потому что у меня тут есть такая тема о том, что я сейчас делаю стартовое сохранение. Я очень много внимания этому уделяю, как я стараюсь не просто строить, а строить именно для стартового сохранения. Я в предыдущем ролике, болтательном большом, точнее, через один болтательный ролик, короче, это был ролик с общиной, я рассказывала про свое стартовое сохранение, про статус моих городов, про то, как у меня там застроено, не застроено. Так вот, я расписала после этого, после того, как я с вами об этом поговорила. Я где-то на следующий день села и прям очень подробно расписала, какие города я хочу выпустить в первом релизе и какие во втором. Города, имеющиеся сейчас, приблизительно поделились на половину, то есть первый релиз будет там в основном самые большие, такие самые крупные и проработанные города, во втором более мелкие, и я вот сейчас очень сильно думаю в своей голове, куда бы мне пристроить эту какую-то художественную мастерскую, куда бы мне все это запихнуть. Пока что мне не пришло это в голову, но как только придет, вы первыми узнаете об этом. Так что я тоже очень сильно хочу построить, и я полностью разделяю восторг людей, которые просто пищат и визжат от этого кит-набора. Что касается второго кит-набора, который для детской сказки, вот для детской комнатки, когда я смотрела на рендеры, мне казалось, что это не симпатично. Мне не понравилось, и я подумала, что, ну, я его куплю, потому что все-таки я, знаете, из-за чего хотела купить? Из-за мягкой игрушки. Там была очень классная мягкая игрушка, какая-то детская. Я даже не помню, что там было изображено на этой мягкой игрушке, но она была настолько милая, что я решила, что хотя бы из-за нее я куплю. Я, собственно говоря, купила этот кит-набор, когда начала его рассматривать более-менее пристально, прям очень подробно рассмотрела каждый предмет. Ему быть, окей, пусть будет. Очень много предметов можно где-то использовать. Плюс можно, я, конечно, уже почти перестроила Forgotten Hollow, и в том доме, который я хочу достроить в доме Владислауса Штрауда, скорее всего, эти предметы детские не понадобятся, но Forgotten Hollow смотрится прекрасно. Willow Creek, если застраивать район викторианский, где живут готы, подойдет прекрасно. В целом, это не мой любимый стиль, то есть я не люблю викторианский, я не люблю такое что-то между викторианством и готикой, это мне не нравится, и я точно вангу, я не буду использовать это постоянно, но какие-то предметы там, ну, знаете, так или иначе, кое-где я бы вот запихнула, вот, чтобы просто разбавить историю, но вот прям вот, как бы сказать, комплексно взять и использовать в одной спальне детской все эти предметы, либо какую-то большую часть, как, например, это будет происходить с художественной мастерской, я не смогу, мне просто будет переизбыток вот этой готики, вот этой вот викторианского стиля, но я хочу сказать, что предметы тоже получились удачными, мне очень сильно понравились, но в связи с тем, что какие-то наборы сейчас вышли, у меня вот есть прям вопрос, вот прям серьезный вопрос есть, как выбирают разработчики стилистику, ну вот тематику для новых кит-наборов. Я не понимаю, как это происходит, ну типа это ультра рандом. Я помню, когда у нас было голосование, один раз я застала, когда мы голосовали либо за готику, либо за что-то еще, это была одежда, а потом мы голосовали за замок или футуризм. И выиграл, получается, замок, вышел мой замок личный, и вот эта готика в одежде. Вот вышли вот эти два кит-набора. Вопрос тогда в том, что а футуризм не выйдет вообще в целом, или они просто его отложат на будущее? В связи с тем вопросом, который я сейчас задала, у меня возник еще один, когда я увидела новости на канале Сергея Хобагивили про 8 дополнений. И там очень разные стили дополнений и темы. Это как будто был слив о том, что возник вопрос, опрос, какие предпочитают игроки тематики, какие бы предпочли. И вот у меня как бы возник немножко диссонанс, потому что все, я понимаю, что там большинство картинок, которые, по крайней мере, показывал Сергей, я думаю, что он брал из официальных источников, это все-таки более рендеры, знаете, из игры, то есть они не разрабатываются сейчас все эти 8 дополнений. Но я не понимаю, то есть если мы какое-то, например, дополнение выберем, или каким-то образом Electronic Arts оценят там, проведут соцопросы, оценят, какие нужны дополнения, какие не нужны, и выпустят какие-то определенные, а остальные нет, потому что практически все, кроме 80-х, потому что я не вайбую вообще по вот этой тематике, я хочу увидеть в игре, мне все они нужны, я готова отдать за них свои кровно заработанные деньги, потому что я действительно все это хочу. И в связи с этим вот у меня один глобальный вопрос. Это упущенные возможности, но типа я смотрю сейчас на это и понимаю, что часть этих дополнений не будет, или они в итоге выйдут? А где, например, вот это футуризм, за который в который в голосовании проиграл, а он выйдет? А как они вообще это выбирают? Я просто не понимаю. И мне как бы, с одной стороны,
стороны, не хотелось бы заранее знать какие-то тематики, потому что вот как сейчас мы заранее знаем про вот этот опрос, про 8 дополнений, и я уже расстраиваюсь, что мы все их не получим, потому что, скорее всего, они все разрабатывать не будут, либо будут разрабатывать как-то супер в перспективе или через 10 выпустят. С другой стороны, мне бы хотелось как-то заранее понимать и планировать, какой контент они будут выпускать, чтобы я хоть плюс-минус понимала еще, что дальше будет происходить с сохранением, дальше куда это вообще игра развивается. В общем, я немножко в расстройствах и немножко в смятении, скажем так, потому что я не понимаю, как они выбирают темы, не понимаю, куда они движутся, в каком направлении. И меня очень сильно прям вот, я хожу и думаю постоянно про эти 8 дополнений, потому что практически все, серьезно, я вот когда смотрела, там каждая, там есть с постапокалипсисом, друзья, там зомби и разрушенный город, камон, я готова сколько нужно отдать, вот сколько с меня, просто скажите, я заплачу. Подводный город, под водой вот это что-то типа к дополнению к Сулане, боже, да shut up and take my money, я просто не могу без этого, я уже сейчас не могу без этого жить, я хожу все это кручу, я не понимаю, в общем, я, короче, вылила на вас поток свой, абсолютно хаотичный поток мыслей по поводу того, что же я думаю по поводу нового дополнения, новых кит-наборов и вообще всего, что будет происходить. В общем, я в смятении и не знаю даже, но в диком восторге от кит-набора с художником. Скоро буду строить, надеюсь, как можно раньше я доберусь наконец-то до строительства. Еще хотела сказать по поводу нового Battle Pass, как это называется, тут и Никита всех ругал, что мы называем это Battle Pass. В общем, ивент, давайте называть это ивент. Ивент и ивент награды. Так вот, я начала его проходить, у меня, конечно, все позабаговало, я не все еще награды получила, потому что у меня, видимо, какие-то моды забаговали, в общем, неважно. Но, что хочу сказать, мне нравится тематика, мне нравятся предметы. Некоторые предметы я прям в восторге, мне дико понравился велосипед и татуировка. Я прям в восторге. Но, я не понимаю, это вот как бы тоже практика такая теперь будет. И то есть эти ивенты будут раз там в квартал выходить, то есть вот такая тема будет, да, получается? Я не уверена, что это нужно игре. То есть не то, чтобы я каким-то образом осуждала политику Electronic Arts, но я просто не понимаю. Я вообще ничего не понимаю, ребят. Вы уже поняли, я не понимаю, куда игра движется, не понимаю, каким образом планируется вообще все это, как вы поняли, я распланировала уже выход своего стартового захоронения, планирую на середину следующего года, чтобы я закончила всю работу, так что мне нужно прям четко, когда выйдет какой дополнение, хоть как бы какая тематика будет, хоть на что мне рассчитывать. Короче, я как человек, который любит записываться на маникюр на полгода вперед, и это не шутки сейчас были, я не понимаю, куда она движется, не понимаю вообще этот смысл, вот это внедрение вот этих ивентов. Но предметы, как предметы, они прикольные. Я знаю, что выйдет дополнение, были новости о том, что будет доп. Прикольно, но опять же, с точки зрения игры, геймплея, я пока никак не могу это прокомментировать. Я жду какие-то, конечно, город, я жду что-то типа Forgotten Hollow, можно на 5 лотов, можно на 3 лота, но мне хочется, знаете, не просто город с лотами, а чтобы там было больше каких-то вот таких вот, как в фестивале Хэнфорде, то есть каких-то межлотовых пространств, где было бы какие-нибудь приколюхи. Конечно, я жду какой-нибудь фестиваль смерти, типа День мертвых в Мексике, но с другой стороны, у нас уже вышел мексиканский город. В общем, я жду не просто геймплей, но еще и какой-то вот именно визуализацию в игре, то есть город, какие-то предметы и что-то дополнительное ко всему этому. Скорее всего, это будет просто на самом деле дополнение, которое в идеале должно было быть игровым набором, но с этим, ну, это правда, ну, как бы, можно это пережить, ладно, фиг с ним, честно, ладно, фиг с ним, с этим, уже все поняли, как мне кажется, но я надеюсь, они нас не разочаруют, потому что после кит-набора с художниками они просто не должны уронить мое впечатление и уронить что мое доверие к этой игре, поэтому я очень сильно жду. И вот я так сумбурно поделилась с вами всеми новостями, которые я вот уже, мысли, которые у меня в голове крутились, что-то я хотела на стриме это обсудить, и потом мы, короче, ушли в приключения, я совсем забыла об этом. Ну, так вот, надеюсь, что вы, ваши ушки еще не завяли, а я перейду к ответам на вопросы, которые вы очень, очень любезно позадавали мне в моем телеграм-канале. Спасибо всем огромное. Самый главный вопрос. Уважаемая Евгения Батьковна, когда стрим? А уже. Я уверена, что тот, кто задавал этот вопрос, уже приходил на мои стримы. Да, вы, наверное, могли заметить, что у меня на канале появилась такая тема, как записи стримов. В общем, я как-то странно ворвалась в стримы на Твиче, вот, и теперь я скачиваю их с Твича, подрезаю всякие тупники свои, какие-то охи-ахи, промежутки, какие-то пробелы, там, не знаю, перерывы, которые мы делаем, накладываю музыку и выкладываю на YouTube для тех, кто не успевает приходить на Twitch. В общем, появилась такая практика, я не стримила достаточно давно, последний раз на YouTube я стримила в новогодние праздники, где-то в начале января, у меня очень сильно лагал YouTube, у меня очень сильно все лагало вообще в целом, и я даже интернет себе оплатила, побольше ничего не помогло, я очень сильно расстроилась, и меня это очень сильно задизморалило, и я перестала вести стримы еще и просто потому, что мы там вели что-то типа моей династии, а я поняла, что мне
мне это уже больше перестало быть интересно. Мне не нравится вот эта вот история. Я в итоге вот забила, потому что я не могла ничего интересного дать, а просто сидеть и скучно играть мне не хотелось. В общем, меня дезморалило, я забросила все это дело. Тут я увидела этот вопрос, и вообще у меня был отпуск, я подумала, а почему бы не попытаться на Твиче постримить. И слушайте, вы так тепло меня приняли обратно в свое стримерское сообщество. Вот, и приходили даже люди, и все, и спасибо всем огромное, и писали даже мне что-то, и смотрели. И я просто осталась в восторге, поэтому мы с Агатой уже постримили. И у нас было два стрима с Женей на момент, когда выходит этот ролик. У нас уже был стрим с Женей в космосе на Сиксами. Я его тоже обработаю, подрежу и тоже выложу. Там было очень интересно. Я с нетерпением жду продолжений этих приключений, потому что там было очень весело. В общем, вот такая вот история. Напишите вы мне, знаете что. Вы смотрите записи стримов, ну, в смысле, вам норм? Ну, как бы вот в таком формате. Или вы бы все-таки, наверное, хотели именно видео и мне не выпускать записи стримов? Мне бы хотелось этим, конечно, делиться и оставлять это не только на Твиче, на котором на самом деле это будет доступно только 7 дней, но и каким-то образом перезагружать это на YouTube. В общем, напишите, что вы думаете по поводу вот такой вот истории. И если вдруг вы не смотрели записи стримов, потому что боялись, что там будет и очень долго, то нет, не переживайте, там все очень динамично, там все, помимо нашего общения, там очень много динамики, именно игровой. Я вырезаю все самые неинтересные моменты, если мы даже мы сидим что-то, как сказать, отвлеченное обсуждаем, и после этого, ну, типа, это никак не относится к стриму, зачастую, да, я это вырезаю, чтобы вас не грузить лишний раз нашими какими-то обсуждениями, поэтому там все очень динамично, обязательно посмотрите, я уверена, вам должно понравиться, где мы ели сыры, собирали окаменелости, а также с Агатой, мне тоже понравился очень стрим, я была прям очень заряжена после него, поэтому обязательно посмотрите, если вы вдруг не смотрели. Дальше стримы будут тоже происходить, непонятно пока, какое будет расписание, но если хотите не пропускать стримы, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там всех во всем держу, в ежовых рукавицах, держу в курсе и рассказываю о том, когда стримы, все, короче, в общем, контент-планы выписываю там подробно, поэтому обязательно подписывайтесь. Вот как раз здесь у меня был как раз вопросик, вот недавно у меня был вопросик про династии. Что ты думаешь о династиях, следишь ли за чьей-нибудь династией, сама бы хотела вести династию? Что я думаю о династиях? И да я вообще не думаю на самом деле, я считаю, что это как вид контента, это имеет место быть, и я даже не могу это никак оценить по своей личной шкале. Ну, я как для себя, давайте так определимся. В моей системе координат ютубера, симера, как это правильно, есть определенное количество видов контента, который вы можете производить, будучи симером. Это первое, новости и все связанное с новостями, например, то, на чем базируется канал непосредственно Сергея, да, это прекрасно, он новостник номер один, он все рассказывает и показывает. Есть люди, которые хакают игру, которые просто там, типа Рома Шевякова, который типа я построю диван на лоте 64x64, чтобы просто вот узнать, в какой момент она вырубится или сломается, или можно ли там вот делать что-то такое. И как бы это тоже прикольно. Есть те, кто устроит прям трэш-контент из разряда прям каких-то трэш-выживания и какого-то такого, как бы такого немножко орного контента с большим количеством перебивок на мемы, вставки видосов и так далее. Есть те, кто строит, каковым я себя тоже отношу. Есть те, кто ведет династии, то есть это полноценная, очень многоглавная, многосезонная история на канале. И вы приходите на YouTube-канал для того, чтобы смотреть и развивать вот этих персонажей, вы будете развиваться вместе с ними, смотреть за тем, как они принимают решения, за тем, как они там, у них какие-то жизненные перипетии. Это тоже прикольно, это как сериал, вы следите онлайн за сериалом, это тоже интересно. И последний вариант, это что-то типа каких-то таких челленджей, каких-то таких, как сказать, ну, чего-то такого, знаете, небольшого контента, который обычно не растягивается на много видосов, да, то есть это одно видео, посвященное какой-то теме. Например, там, не знаю, здоровые щеглы, сегодня мы там с вами делаем что-то вот такое. Вот такое, или строительные челленджи, где там по рандомным цветам, по рандомным каким-то наборам, может, что-то такое. Конечно же, есть еще именно игровые челленджи, но я их больше отношу, наверное, знаете, действительно, нужно выделить еще один тип людей, которые проходят именно челленджи, но не в формате хакнуть игру, а в формате вот типа серия за серией, день за днем мы живем и проходим этот челлендж. Я не знаю, куда это отнести, типа к династии или скорее к тем, кто хакает игру. Понятия не имею, наверное, это все-таки что-то нечто среднее, и, наверное, это все-таки нужно выделить в отдельную категорию. Я свои видосы, которые именно игровые, отношу именно к этой части, да, то есть я просто играю какие-то интересные моменты, которые мне интересны, но у меня нет глубокой проработки персонажей, как в династии, я не угораю над игрой, и не пытаюсь ее хакнуть и
есть, извините за выражение, и не пытаюсь, типа, устраивать какой-то трэш. То есть я где-то посередине со своим обычным геймплеем. И теперь, когда мы поняли, как у меня выстраивается система координат этого контента в Sims 4, который я себе представляю, который я вижу, я бы сказала, что я, ну, не хотела бы вести династию. Мне это не кажется интересным для меня. Я не смотрю чужие династии. Мне просто неинтересно. Честно, я не говорю, что они плохо сделаны. Очень у много кого очень интересно сделаны. Видео очень классная проработка катсцены, и там такие замуты, такая жизненная история, и это все очень красиво сделано. И я не говорю, что это плохо, просто мне это неинтересно. Я не слежу обычно за таким, и я из тех любителей, которые, знаете, вот когда-то смотрели подобные летсплеи типа династии. Я вообще начала смотреть Sims YouTube с Дашей Рейн. У меня была очень сильная, тяжелая, затяжная депрессия. И я смотрела ее видосы, просто ставила на фон, и мы там прям подряд, там, типа 30 роликов смотрела. И тогда, мне кажется, она просто скрасила мое вот такое вот тяжелое состояние. Тогда я этим сильно насытилась и поняла, что сейчас мне просто неинтересно это смотреть. В связи с этим я бы и сама не стала делать свою династию. Плюс потому, что мне не очень нравится вот именно такая проработка персонажей. Я каждый, блин, раз говорю, я не умею создавать истории. Я не люблю продумывать персонажей. Я не хочу этим заниматься. Мне вообще не нравится. И я вообще не из тех людей, которые бы готовы были бы когда-нибудь написать какую-нибудь историю или книгу. Поэтому мне нравится что-то такое среднее. Возможно, это даже невозможно какому-то типу контента отнести, когда ты вроде и историю пытаешься создать, но ты играешь только на базе игры. Вот игра тебе выдала, что, извини меня, вот там какая-то херня произошла. И вот ты с этой херней миришься. Не пытаешься игру развернуть вспять, не пытаешься отменить какие-то действия, не пытаешься стопроцентно управлять персонажами. Ты играешь в игру, но пытаешься каким-то образом ее домыслить, создав из этого какую-то историю. Вот это мой тип персонажа игры, геймплея и контента, и, скорее всего, он один из самых блеклых в этом плане. Но вроде как людям интересно смотреть, как мне кажется, все-таки, когда там ролик набирает 10 тысяч просмотров, для меня это очень много, и мне кажется, значит, наверное, людям это интересно. Но у меня, я себя все-таки причисляю к такому середнячку, именно с точки зрения геймплея. И вот в династии я бы, наверное, не ушла. Но я не могу это, мне это неинтересно, и я просто не смогу. Я не смогу этого родить. И поэтому хейзы на стримах и закончились, потому что мы там очень размеренно играли, у нас уже было третье поколение. Я понимаю, что мне нужно что-то придумать. Мы не можем просто кушать, просто выполнять одни и те же жизненные цели. Уже какое поколение? Просто там, не знаю, собирать коллекции, просто что-то делать. Нужно либо какой-то трешак и более динамичный трешак, либо очень сильно глубоко прорабатывать персонажа. А я это не умею, не хочу. Поэтому мне перестало быть интересно играть с хейзами. Я полгода к ним не заходила. Вот я думаю, что я поиграю за них для себя за кадром. Просто поиграю. Знаете, типа на расслабоне. На чили на расслабоне. А вот так, чтобы создавать династию, тем более выпускать ее на канал, я вообще, ну, нет. К сожалению, нет. Если вдруг кто-то ждал от меня династию, я прошу прощения, но вы не дождетесь ни за что этого. Какие плюсы и минусы нашли для себя в игре? Чего не хватает вам в игре? Так, открываем блокнотики, записываю. Вы открыли портал в ад. На самом деле, я здесь не буду каким-то образом поливать игру говном и говорить, что там до того не хватает и того, и сего. Конечно, первое, что мне не хватает, и минусы, которые я вижу, это баги. И как я понимаю, эти баги, ну, типа, множатся. И это процесс, именно связанный с тем, что как была изначально игра разработана, я так понимаю, она была не рассчитана на такое огромное количество дополнений. Мне очень сильно хочется, чтобы пофиксили большее количество багов и не множили. Я буду самым счастливым человеком. Из минусов мне кажется очень плохим упущением, серьезным, что нет классной финансовой системы в игре. Очень сильно хочется ипотеки, очень сильно хочется другое развитие денег, какой-то пересмотр вот этого всего, вот такого жизненного, да, именно жизненной части, потому что все-таки в игре очень много всего завязано на деньги. Ты все покупаешь, продаешь, ты постоянно в карьере, в заработок. То есть это не то, что, знаете, вот из разряда это очень важная часть нашей реальной жизни, поэтому мне в симуляторы жизни хотелось бы это перенести. Нет, это реально очень важная часть именно этой игры. Она создана таким образом, как мне кажется. Опять же, я не разработчик игр, но как мне кажется, игра создана так, что это действительно очень важная часть этой игры. И поэтому мне бы хотелось, чтобы ее не обходили стороной, а ее просто нахрен обошли. Например, у меня стоит мод на пособие, когда персонаж не работает, но получает свои 47 миллионов в неделю. Почему не сделать это в игре? Какие-то пособия по безработице, пособия, там, не знаю, когда много детей, пособия, там, не знаю, по болезни, еще почему-нибудь. Какие-то возможность взять ипотеку, возможность того всего. И более вообще в целом сбалансированная история состояния и вот прихода и ухода и траты денег хотелось бы очень-очень сильно. Из плюсов я могу сказать, что, ну, мне в целом нравится игра. Мне нравится строить, мне очень сильно нравится режим строительства, я просто обожаю его. То, насколько он позволяет на самом деле создать очень-очень интересные вещи. Тут я посмотрела видео, где в Sims 3, по-моему, Никита Смолф
Фридж строил дом, и я такая, я поняла, мне бы было очень больно, если бы я попыталась это сделать. После четверки я уже к хорошему привыкла, это действительно хорошая система именно строительства, я ее просто обожаю. В целом мне игра нравится, я продолжаю тратить на нее свои деньги, я продолжаю в нее играть. Мне кажется, что даже если бы совсем мой YouTube-канал закончился в какой-то момент, я бы не перестала строить, я бы не перестала играть в эту игру. Конечно, я не так сильно глубоко погружена, не знаю, все отсылки и пасхалки в этой игре, но тем не менее, мне очень сильно нравится, она теперь неотъемлемая часть моей жизни, поэтому я бы честно сказала, что, наверное, я ее прямо люблю. Но из того, чего мне бы не хватало, это вот именно финансовая система. И, конечно, ну, это, знаете, из разряда тебе не хватает всего. Ты хочешь все. Я, например, хочу вот тему с постапокалипсисом. Я, например, хочу еще какие-то дополнительные кит-наборы с какими-то эстетиками, стилистиками и так далее. Это просто, ну, это невозможно реализовать в игре на такое огромное количество людей. И даже дело не в количестве людей, а в разных культурах. У нас такое количество культур играет в игру, в эту. И понятное дело, что разработчики пытаются каким-то образом отражать все культуры, чтобы никто не оставался обиженным, незаслуженно задвинутым на дальнюю пыльную полку. И, ну, невозможно, да? Например, мне нравится постапокалипсис, а кому-то он нафиг не нужен. Например, кто-то пищал и визжал от свадебных историй, а я вообще ими не пользуюсь. Я персонажи просто такие, типа, подошли к алтарю, поженились, разошлись. Мне это не интересно. И угодить всем невозможно, поэтому мне кажется, бессмысленно говорить то, чего бы я хотела, вот именно такого вот с точки зрения дополнений, либо стилистики. Это бессмысленно говорить. Точно, я хочу финансы. Из того, что в игре можно было бы реализовать, это, наверное, тоже ближе, знаете, к финансовой части. Например, перемещение между городами. Оно же абсолютно бесплатное. Вот я добавила себе мод на такси, и если нажимаешь на такси, ты перемещаешься, там платишь какое-то количество денег. И вот это бы хотелось, чтобы чуть-чуть доработали. На самом деле, мне кажется, это же даже не сложно. Мне бы очень сильно хотелось возможность включать и выключать, например, возможность генерации персонажей и, знаете, такого, как сказать, и перемещение персонажей между городами. Вот. Потому что, например, когда ты в каком-то солнечном Сулане встречаешь кого-то из Стрэнджервилля, немножко ломается мозг. Мне даже не надо такое количество. Иногда, например, персонажей приходят на лот, ну просто типа 10 персонажей. Да нафига мне 10 персонажей? Пусть будет 5, но они будут все местные. И окей, возможно, кому-то это не нравится, я бы хотела, чтобы это сделали просто опционально, чтобы там можно было включать или выключать. Вот какие-то такие моменты, то есть это не глобальная разработка чего-то типа транспорта, чтобы он прям работал, чтобы мы могли машину водить. Нет, это скорее какие-то вот такие моменты, которые вот сильно бросаются в глаза в игре, и которые прям немножко рушат о ней впечатление, хотя понятно, что это симулятор жизни, и понятно, что это как бы это игра, и здесь не должно быть такого количества детализации всего, вот это как мод на реалистичные роды, блин, и вот все всякое такое. Это понятно, что этого здесь не будет. Какие-то очень важные аспекты, которые так или иначе уже затрагиваются в этой игре, то есть если затрагивается изначально история про деньги и то, что вы их зарабатываете, значит, как-то должна она рационально расходоваться, эти деньги. Рационально приходить и рационально уходить. Если вы изначально создаете историю о том, что это мультикультурный мир, в котором есть и гора Камареби, и пустыня Оазис Спрингс, скорее всего, в таком мультикультурном мире и таком очень географически разнообразном необходимо, чтобы персонажи перемещались хотя бы с сжиранием времени, как минимум, да? Это было бы классно. И, точнее, наоборот, как минимум с деньгами, с сжиранием денег, а как максимум с сжиранием времени. Это было бы идеально. У меня просто, ну, я была бы самым счастливым человеком, если бы такое было возможно. Я не знаю, для этого, наверное, нужно создать что-то типа макет карты Симса, да, чтобы понять, какое расстояние плюс-минус и как в игре, ну, нужно потратить, сколько времени на это. Если бы персонаж садился в самолет, условный самолет, платил там условный 50 миллионов, 107 миллионов, например, и улетал бы на Сулане и летел бы реально 5 часов, вываливался бы из этого самолета, да пусть это будет даже катсцена, пусть это будет просто прогрузка, неважно, он вываливался бы из этого самолета, уставший, знаете, там типа с мудлетом затекла спина, и типа из разряда «хочу жрать» или «неприятная еда» в самолете, два мудлета, вот затекла спина, он устал, типа спать хочет, и у него там мудлет, потому что была невкусная еда в самолете. Все, и это прекрасно, мы понимаем, что персонаж переместился между двумя достаточно далеко находящимися друг от друга мирами, теперь тебе нужно выспаться, прежде чем продолжить бегать по миру, там, не знаю, может быть, просто полежать в водичке, чтобы каким-то образом отойти от перелета. Вот чего-то такого бы мне хотелось, то есть не перепахивать игру, да, и не пытаться сделать из нее там симулятор The Last of Us, а просто, не знаю, доработать какие-то вот подобные моменты. Но я, повторюсь, я весь, почти лейтмотивом всего моего ролика сегодняшнего является то, что я не понимаю, куда игра движется. Я перестала понимать, и я, собственно говоря, знаете как, мне до этого было все равно мне было, я покупала
контент, который мне нравился, который не нравился, не покупала. Я не Симмер-новостник, я не Симмер-обзорщик, поэтому мне как бы вот вышли эти кит-наборы. Но просто мне нет необходимости покупать весь контент. Я действительно не покупаю какие-то кит-наборы, еще что-то, если они мне прям совсем не нравятся, и я их, они мне вообще не нужны никак. Я могу себе это позволить. И раньше я просто относилась ко всему тому, что типа вот выходит контент, нравится он мне. Мне кажется, я, кстати, даже готику не купила. Мне кажется, у меня вот одежда готика, вот этой нету, которая вместе с замком выходила. Ну так вот, выходил контент, вот мне нравился, я его покупала. Не нравился, не покупала. И все. А сейчас вот, когда я очень сильно погрузилась в мысль о создании стартового сохранения, когда я понимаю, что мне нужно будет прорабатывать большое количество лотов, и я хочу проработать города и создать вот этот мир, чтобы он был интересным, чтобы в нем было классно играть, я понимаю, что мне хочется хотя бы какого-то понимания, в какую сторону движется игра, чтобы хоть каким-то образом планировать свой какой-то вот этот контент, который будет выходить. Вот. И после того, как я выпустила этот ролик, после того, как мы с вами поговорили про стартовое сохранение, на самом деле очень много думаю, и мне как будто кажется, что я слишком у меня гиперфиксация произошла, это раз. Во-вторых, что я слишком ответственно пытаюсь подойти к созданию стартового сохранения. Например, вот сейчас вышла вот эта школа, ой, не школа, господи, художественная мастерская, да, вот вышла она. У меня уже перестроено сколько? У меня перестроен Глиммербрук, Сильвадорадо, Сулани и Странджервиль, у меня перестроено 4 города. И я понимаю, что у меня в целом ни в одном из этих городов ничего такого не реализовано. Ладно, в Гриммельбруке не надо, на Сулане в Сильвадораде тоже. Но в Стрэнджервилле у меня, например, есть вот муниципальный центр, в котором я уже построила, там есть класс рисования. Это мне теперь для стартового сохранения нужно будет зайти в эту постройку и, наверное, ее как-нибудь отредактировать, добавить новые объекты. Потому что они классные, они прикольные, и их бы хотелось бы использовать. Я не говорю о том, что если бы я знала, что этот контент выйдет, я бы вообще не строила, но как будто бы хочется больше информации, чтобы лучше понимать, что происходит. Я просто такой человек, который очень... У меня нет гиперконтроля, но мне как будто нужно больше информации, чтобы понимать, что происходит. И вот поэтому я немножко потеряна сейчас, и теперь поэтому я так сильно обращаю внимание на то, что будет выходить, и так сильно за это переживаю. Возможно, меня гиперфиксация пройдет, меня отпустят. Я не знаю, как вы к этому относитесь. У вас точно так же? Или вам вообще пофигу, какой контент выходит, вы в целом просто скачиваете или не скачиваете то, что вам нужно. В общем, случилась со мной вот такая странная история, поэтому вот так, и я очень сильно хочу понимать, куда движется игра и какой контент в ближайшее время, вообще хочу тип контента, который будет выходить. Все, на этом я, наверное, буду с вами прощаться. Спасибо, что дослушали и досмотрели мою болтовню до конца. Обязательно жду вас в комментариях, что вы скажете мне по поводу постройки. Может быть, вы захотите прокомментировать какие-то мои высказывания, обязательно делитесь в комментариях, я все прочитаю, я отвечу вам, я прокомментирую ваши комментарии, поэтому вы обязательно пишите. Ну и все, скачать постройку можно на моем бусте. Ставьте лайки и дизлайки, и мы с вами увидимся в следующем ролике. Всем пока!